После хардфорка биткоина теперь приближается хардфорк эфириума. Как отмечает Cointelegraph, команда разработчиков эфириума объявила, что обновление Metropolis будет запущено посредством хардфорка в конце сентября. Многие пользователи эфириума в ожидании обновления, так как оно должно привнести новые функции. Первый этап обновления Zcash Nerx сделает эфириум транзакции более анонимными. Еще одна новая маскирующая функция позволит пользователям помечать их личные адреса приватными ключами. Это позволит повысить безопасность сети даже в случае взлома квантовых компьютеров. И, наконец, обновление Difficulty Bomb усложнит процесс майнинга путем приумножения. Это приведет к изменению структуры от Proof of Work (POW) к Proof of Stake (POS).